Друзья, всем привет! Я Лапшин Тимофей, и это новый выпуск Лапшин Лайф. Я начинаю сегодня официальная тренировка. Сейчас вышел покататься, посмотреть еще раз 4-километровый круг, потому что его не часто ходил. Он уходит вот туда. Такой довольно-таки сложный круг, я так скажу. Потому что много равнины. Ладно, поехал, постреляю. И попробую сегодня кого-нибудь поймать и поговорить. Таня, привет! Здорово, Тимо! Поздравляю! Спасибо! Спасибо! Красава вообще! Расскажи, как так не тренироваться, чтобы так бегать? Я стреляю. В чем твой секрет? Секрет Логинова, давай. Секрет Логинова. Мне кажется, Макдак на ужин. А на самом деле чуть-чуть побольше отдыхать с утра. А, да? С утра или с вечера? Ну, можно и с вечера. Так что, какой секрет, говоришь? Секрет. Хороший ужин. И хороший завтрак. И хороший завтрак. Ну, Саня, как всегда. И этим отдохнуть получше. Саня, как всегда, немногословен. Никак не хочет секрет свой раскрыть. Может, секрет в Каспировиче? Тут, мне кажется, многие составляющие. Очень большое количество составляющих. Ну и главное, везение побольше. Ты побежишь сингл, может быть, или всю программу ты планируешь? Ну, вообще, планировал всю программу без сингла бежать. Вот, но сейчас надо отбежать индивидуальную гонку. И после этого, посмотреть состояние, готов ли я буду, или сразу не бежать. Так, бежать я готов, в принципе, все. Красава, силен, бородяга. Ясно, я тоже, наверное, побегу. Это тебе не двадцатка в эстерсуде. Это точно. Ну ладно, Сань, давай. Пока. Ну что, тренировку закончил. Скажу так, что немножко напряженно в стрельбе. Вот это тоже сказывается. Потому что немножко не уверен. Ну, то есть были промахи на соревнованиях. И, видимо, из-за этого все так получается. Допустим, на Лешке левая рука напряжена, прям чувствую. Когда лежу, она должна быть расслаблена, как типа опора простая. А она получается в напряжении. Это, соответственно, создает напряжение во всем теле дальше. Поэтому надо расслабляться, также и стоя. Стоя надо немножко больше подышать перед первым выстрелом. И тогда, я думаю, будет все нормально. А я стреляю так, как на равнине стреляю. То есть немножко надо изменить технику стрельбы, тактику и технику, короче. Вот, и уже стрелять на гонке так более, так скажем, аккуратно. И я думаю, успех придет. Сейчас нахожусь в Family Club. Здесь вот такое организованное здание. Все, в принципе, есть. Здесь можно встретить вообще любого спортсмена, любой персонал. Все, потому что приходят после тренировок сюда покушать. Сейчас вот я жду кофе. Тут мороженку можно съесть. Добрый кофе. В общем, короче, очень круто. Я сейчас покажу вид вообще из Family здесь. Это, наверное, самая лучшая Family, которая есть. В общем, ребят, вот за мной находится Family Club. А вот здесь проходит трасса прямо. Прямо вот здесь пробегают и на стадион выезжают. Круто, конечно, можно вообще, не выходя из Family, смотреть гонку. Там, кстати, телевизоры тоже есть. Вот, так что вот такие дела. Сегодня трасса, смотрю, вообще разбивается сильно. Тепло. Тепло, хорошо, по-весеннему. Но я пошел в пресс-центр забрать свой компьютер, который стал на загрузку выпуск. И надо поговорить кое с кем. Все, погнал. Что, я выезжаю сейчас на шаттле домой с командой. Здесь уже вообще царит крутая атмосфера. Много народа там уже сюда идет еще. То есть, короче,
скоро уже соревнования, и здесь будет жарко. Конечно, тут самое, я думаю, одно из красивейших мест этапов. Вообще суперское место. Итак, что у нас? Новый день. И сегодня день сингл-микста эстафеты одиночной. Вчера прошла индивидуальная гонка у нас, но даже не хочу про нее вспоминать, честно говоря. Мне всегда хочется сделать как можно лучше. А каждый раз получается намного хуже, чем лучше. Вот, ну, короче, забыли. А сегодня отправляемся сейчас вот на сингл. У нас, кстати, там батл. Как я понял, у нас два человека хотели забатлиться. Вот, и по 100 евро. То есть, если мы заезжаем в десятку, то каждый из нас получит по 200 евро. Если мы не попадаем в 10, то мы номера свои с росписями отправляем этим людям. Будем стараться, конечно, попасть в десятку. Но было бы вообще круто, конечно, в цветы. Но это очень... Привет. Привет. Готово? Рассказывай что-то интересное такое. Да, рассказывай, как мы будем сегодня всех побеждать. Да нет, мы будем? Мы просто делаем все в кайф. А, ну да, вот это правильный подход. Знаете, спорт я очень люблю. И вообще спорт, это очень хорошо, но хорошего понемножку. Будем бороться. Как-то я это сказал очень... Не уверен? Не уверен, да. Надо увереннее. Все, будем бороться, короче. Дубль 2, перезапиши. Ладно, сегодня самое главное стрельба. Как можно меньше доп. Патронов, потому что время... На трассе не отыграешь 1,5 километра, все, круг очень такой, скажем, легкий. Ну как легкий? Не сказать, что легкий. Чуть-чуть проехал, остановился, постоял, посмотрел по сторонам, прокатился. Себе все костюшки поотломал. Короче, круг как круг. Посмотрим, как он у нас пойдет. Прошел, кстати, материальный контроль сейчас, измерили спуск, но здесь еще проверяют вес винтовки, но сегодня меня не проверяли. Кстати, такую историю расскажу, в Рупольдинге было, меня измерили, у меня 5 грамм не хватало, пришлось наклеивать там ключ и проходить, то есть бежать, и у меня до пристрелки осталось там 10 минут, по-моему, даже меньше, 7, по-моему, я пристрелся за 7 минут. И побежал, потому что пока нашел тейп, пока нашел то, пока все, пока приклеил, обратно сбегал. Ну, в общем, такие дела, но я считаю, что эти правила вообще не нужны, потому что 3,5 килограмма, допустим, у нас Абе-Мария, которая на 148 сантиметров, примерно весом там 40 килограмм, и, допустим, какой-то 1,90 м ростом атлет, который... весит там 90 килограмм, а вес винтовки одинаковый как-то. Ну, это неправильно немножко. И я считаю, что если меньше 3,5 килограмм сделать винтовку, просто, соответственно, стрелять будет тяжелее. И из этого я думаю, что просто правила, ну, не актуальные. И нужно поднять вопрос о том, что либо отменить их. Градацию какую-то поставить, к примеру, очень сложно. Ну, там, допустим, 70 килограмм, там, 3,5, там, от... там 140 до 170 там такое-то, ну это как бы немножко будет бред, потому что постоянно следить нужно будет, взвешивать нужно, измерять рост, ну как бы какой-то неправильно, я считаю, что надо будет вопрос поднять с этим, я думаю, с комитетом атлетов сначала, а потом уже на конгресс этот вопрос поднять. Ну что, просрали мы батл, что скажешь, свое оправдание? Он был последний круг, сделал два круга не туда, остался 5-3. Ты чего? Я сделала все то же, что делала последние дни. Ничего нового. Ну, короче, номера мы проиграли. Надо будет их отправлять. Идем сейчас покушать немножко в Family Club. Здесь уже народу не так много. Практически уже все поели и уехали. Вот. Ну, а так у нас тут вот... Здесь поесть. Что? Хочешь получить скидку на продукцию Сквизи в 15% и купить себе гелей, батончиков и чего-то еще?
Тогда заходи по ссылочке в описании, вводи промокод Лапшин и получай скидку. Заказывай, торопись. Действует до конца февраля. Бегом. Добрый вечер. Заходи. Я к тебе. Ага. Заходи. Ты что, на бутылках рисуешь? Чего? У тебя творческий тут беспорядок, да? Немножко. Пиндец. Я хотел, чтобы ты этот номерок мне расписалась. Это что? Ухудшило. 23 февраля. Спалил, короче, спалил подарки. Да. На, держи маркер. Угу. Василий Кригер у нас выиграл очередной батл. Что он это видит? Так, ну сделаем так. Да, как хочешь. Пушка страшная. Вот, о чем я вам говорил, что надо вот эти штуки залеплять. Тогда не будет такой вот... Вот такой темы. Тогда вот не будет вот этого, да, всего? Не придется подписывать и отдавать свои номера? Все. Рисуй. Итак, ребят, сегодня новый день, и сегодня у нас день эстафеты. И сегодня у меня план попытаться как можно ближе прийти, а то и выиграть. У меня есть мечта выиграть первый этап. Если это будет на чемпионате мира, это будет вообще круто. Поэтому план такой, нужно первый круг пройти с минимальными вообще потерями. Нужно прям аккуратно. Если будет окно какое-то свободное, то не затрачивая силы, если кого-то можно обогнать, то нужно это делать. Так как у меня 25 номер, и я ложусь стрелять, получается, сразу, как прихожу на рубеж. Поэтому, чем я больше людей обгоню, тем, соответственно, у меня больше гандикап есть. Соответственно, если я стреляю, опять же, с 5 быстро, я ухожу с каким-то отрывом. Вот. Но это не главное. Главное равномерно пройти трассу и последний круг пройти сильно. Это вот сегодня главная задача. Хочу сэкономиться на последний круг и на последнем выдать все, что можно. Посмотрим, что из этого получится. Все, погнали. Что, размяли? Нет, я уже устал. Я не размялся. Я уже устал. Вы же еще не начали. Так, а я уже закончил. Ну что, закончилась сегодня эстафета. Скажу, что совсем не получилось. Как вот я хотел пройти первый круг, не затрачивая энергию, но... Все-таки мой азарт меня захлестнул, я опять потратил очень много сил, закис. И, во-первых, ну, стрельба не совсем получилась, надо было с 5 стрелять. И второй круг получился такой дерганный, опять же. И, в общем, короче, меня сложило вообще на последнем кругу, это было просто нечто. В общем, короче, локтаут был 25, опять 25, короче. Это вообще невозможно терпеть, это очень сложно. Ноги, руки вяжет, ты просто вообще ничего не можешь сделать. Это вообще очень некомфортно, на самом деле, так бегать, и даже желания нет такого, так выступать, на самом деле. Но я скажу, что не хватает все-таки, наверное, вот этой летней подготовки в таких вот стрессовых ситуациях бывать, потому что, ну, когда у тебя команда сильная, и ты можешь такие тренировки проводить, это, ну, может решить такую, эту проблему. Но так как у меня, я постоянно практически один тренируюсь и всегда в комфортных условиях, поэтому такого стресса нет, и поэтому я ошибаюсь очень часто в таких контактных гонках. Надо что-то с этим делать, думать, как это избежать, и следующий сезон уже нужно быть готовым к контактным вот этим гонкам и, ну, соответственно, к, ну, индивидуальным. Индивидуальным там немножко проще, ты идешь один своим ходом, ни на кого не обращая внимания, а здесь ты постоянно куда-то смотришь, куда-то кого-то обгоняешь, где-то цепляешься, то есть... Соответственно, ну, очень. Ну, в общем, короче, сейчас прошло уже 20-30 минут, а я вообще не могу, меня трясет. Просто, короче, ощущения непередаваемые. На самом деле, после такого надо откисать, наверное, недели полторы. Ну, как раз у нас сейчас есть время, мы
И этим мы займемся, откатимся, восполним энергию, митохондрии. И уже последние три этапа нужно будет отбежать более грамотно, так скажем. Постараться заработать на машину, потому что на данный момент у меня 1870, по-моему, где-то евро. Вот здесь вот будет банк. Вот, короче, постараться заработать хоть на что-то, чтобы летом ездить спокойно. Вот, но чемпионат, в общем, не получился, ну и фиг с ним, так скажем. Махнем рукой и идем дальше. Самое главное соревнование у нас через 2 года, это Олимпийские игры, где нужно быть во всеоружии и вот таких вот оплошностей, как сегодня, не допускать. Это самое главное, поэтому все. Заканчиваю вот этот обзор. Ну что, друзья, вот закончился чемпионат мира. Сегодня день масс-стартов, но я в него не попал, и наша команда вообще вся не попала. Мы собираемся, сейчас грузим вещи. Сейчас только собрал все лыжи, вот, 2 чехла. Это вот не все наши вещи. Мы сейчас загрузим их вот туда, в машину, и двигаем в Рамзау, где проведем мини-сбор, так скажем. Недельку потренируемся, поготовимся и уже поедем потом в Чехию на последние 3 этапа. Грузчик, грузчик, парень работящий. Ну что, друзья, мы уже в Рамзау, и это наш вид из окна. Круто, но апартаменты, конечно, такие маленькие, но на недельку, в принципе, будет нормально. Ну что, с этой стороны у нас вот такое дерево замечательное. И вид. Очень крутой вид. Снег уже, конечно, сильно тает. Весенняя такая уже погода. Плюс 10 сейчас. Может быть, вот тучки заходят, может быть, вообще снег пойти. Ну что, друзья, вышел на тренировку. Сейчас у нас вот такая вот погода. Шикарная. Хотя сегодня утром был еще дождь, снег непонятный. Поют птички, то есть очень вообще весенняя такая, знаете, уже как будто все, сезон закончился. Но нет, у нас еще три этапа, и где нужно попробовать показать результат. Поэтому сейчас вышел покататься немножко после дороги, и завтра уже начнем более плодотворно работать там по 2-2.5 часа. Вот так вот у нас есть здесь 5-6 дней, нужно будет поднакопить митохондрии и, так скажем, немножко восстановиться после чемпионата мира, потому что у нас чемпионат мира был после чемпионата Кореи. Мы реально подустали, это прям чувствуется сильно. Нужно немножко перевести дух и дальше уже выступать этот сезон, и там уже будем думать, что будет на следующий, будем строить планы какие-то новые. Вот как-то вот так, все, погнали. Место, конечно, здесь очень шикарно. Не знаю. Все ходят, катаются. Горные лыжи еще до сих пор функционируют все здесь. Я думаю, еще будут функционировать до конца февраля, точно, может быть, до конца марта еще, думаю, будут поддерживать. Едешь, короче, по трассе, и вот такой вот домик попадается тебе. Я не знаю, здесь, наверное, на покос, что ли, приезжают. Может, вообще никто не живет. Может, летом кто-то появляется. Прикольно. Трасса вот так вот уходит вниз по полям. Да, видок, конечно, да? Классно. Ну что, все, тренировку заканчиваю. Подъехал здесь вот к такому месту. Вон там наш отель находится. А здесь какая-то вот смотровая площадка. Что это такое, непонятно. Под вот таким могучим деревом. Все, солнышко заходит. Холодает, причем так вообще прям руки начали мерзнуть. Вот, ладно. Айда за мной! Хорошо! Ну а потом? Пойду домой, сейчас, наверное, сейчас едем в баньку. Поедем туда, куда ездили. Перед Новым годом. Это, кстати, в выпуске вот здесь будет подсказка, в котором.